Он мачо прям. Я пойду получу приз. Пока, папа, пока! Помогите мне, помогите! Помогу! Легкая смерть! Папа, открой, открой! Женечка, открой! Сами пойдем! Нет! Чёртов папа и яички! Спасти меня! Спасти меня! Все, что я могу сделать, это просто легкая смерть. Только у меня закончились патроны. Нет, Женечка. Дай руку, дай руку. Я запомню это. Я тебе это запрепомню. Дай руку, нет, нет, нет. Я буду помнить тебя. На канале Сириджо ты сможешь найти действительно интересные, крутые, веселые, различные монтажи по крутым играм. Хорошее настроение тебе точно обеспечено. Поэтому заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафте. Сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы продолжим играть «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята, и сегодня мы снова с Эдисоном будем парочкой. Да, поэтому не забываем ставить большие пальцы вверх, если вы хотите видеть больше таких видео. Поэтому, ребята, чем больше лайков наберем, тем больше видео мы будем записывать вот таким составом. И также не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все будут в описании. И не забывайте писать положительные комментарии и пишите в комментариях, что вы хотите видеть в следующей серии по «Кто твой папочка». И давайте наберем под каждым из наших роликов 5000 лайков, и тогда ссылочку на эту карту мы оставим в описании, где вы сами сможете поиграть со своими друзьями, и она очень крутая. Приятного вам просмотра. Папа Эдички, за окном очень жарко, я хочу купаться. Папа, мы хотим в аквапарк, пошли. Ура. Да, хотим. Да. Хорошо, все. Пошли. Все, пойдемте в аквапарк. Да, стой. Пойдем, пошли, папа, пошли. Итак, детишки, мы пришли в аквапарк, и сейчас мы пойдем на самую страшную горку. Наверное. Ура. Хорошо. Смотри, он не хочет нас пропускать. Так. Как? Он не хочет тебя пропускать? Ах, кто зараза? Да, все. Меня чуть не завалили, поаккуратнее, можно, да, давайте, пойдемте. Пошли, папа, пошли. Проходим, ура. Давай. Сейчас прокатимся на горочке. Так, это что такое? Здесь стоят вагонетки. Это кто такой? Ну потому что это аквапарк, что тут непонятного? А, ну ладно, тогда я поняла. Смотри, что нам горит! Евгения, смотри, что нам горит! Мы можем пойти только если нам 18 лет. Ой-ой-ой. И выше, чем 1 сантиметр 75. Что? Отвлеки его. Чуть больше 1,5 сантиметра вы должны быть ростом. Мы не меньше. Ладно, пошли. Давай, Женечка, давай. Могу. Я тебя толкну, давай. А, я за тобой, жди меня. Жди меня. Ооо, крутые, папа. Вот это экшен. Я не могу просто. Вот это вау. Папа, спасибо, что нас позвал в аквапарк. Офигеть. Я еще не видала в своей жизни. Это самые жесткие горки. Короткие 1,5 сантиметра. Папа, меня тошнит. Папа. Тошнит, не могу. Все, не могу. Пойду утоплюсь. Сколько тут людей? Сколько тут людей купается? Ну купайтесь. Не, Женечка, не. Иди сюда. Это вы изменять мне, да, задумали? Не, они просто купаются тут, Женечка. Я имею право полное, так что. Мой папа, да. Мой папа есть. Он мачо прям. Пойду получу приз. Пока. Помогите мне, помогите. Помогу. Легкая смерть. Папа, открой, открой. Женечка, открой. Сами пойдем. Нет! Чёртов папа и яички! Спасти меня! Спасти меня! Все, что я могу сделать, это просто легкая смерть. Только у меня закончились патроны. Нет, Женечка! Дай руку! Я тоже все вот так вот! Я запомню это! Я тебе это запрепомню! Дай руку! Нет! 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 Я буду помнить тебя! Женечка! До свидания, собственно, теперь я буду один бегать. Пока! Видишь, какой у меня папа? Зараза. Папа, ты предатель. В смысле? Папа, дай руку, папа! Дай руку! А это ёпарасотеп.
Так. А вот так вот, да, вот меня хотели столкнуть, да? Нет! Я вытащу силы магии. Да вытащи меня, вы про меня забыли уже! О, господи, Женечка! Ты училась в Хогвартсе? Я ведьма, да. Это по тебе видно. Папа, тихо, не оскорбляй. Папа, папа, я хочу пить. Купишь, чтоб попить. Папа, зеленый столб какой-то. Смотри, папа. Зеленый столб какой-то. Колется, зараза, колется. Папа, папа. Папа сдох, папа сдох. Папа воскрес. Папа, веди себя прилично. Смотрите, смотрите. Бармены, бармены. Папа, мы хотим что-то пить. Мы можем купить вам пепси-колы? Пепси. Да, я. Йоу. Папа, папа, это пепси? Смотри. Папа, это пепси? Смотри. Пепси. По-моему, это не пепси. Ай, ой, ой, ой. А что это такое? Вот это точно пепси. А ну еще найду пепси, пепси. О, смотри. Давайте мы не будем пить пепси, да, и... О, я нашел пепси. Чё-то мне поплохело, папа. Да, чё-то у меня голова кружится, офигеть просто. Сейчас купнуть. Так. Что тебе нужно, Женечка? Дозы, срочно дозы. Держи, ща. Бармены, дайте еще одну дозу. Опа, дозы. Хватит, вы вообще-то маленький для того, чтобы расплывать. Ладно, побежали. Папа, мы хотим на горке, папа, папа. Мы хотим на горке еще. Пойдемте на горке, и тут пойдемте за мной. Тут можно покормить птичку тут. Папа, иди, что ты идешь? Мы идем на горку. Что-то меня плющит до сих пор, папа. Папа, таблеточки нету никакой. Таблеточки, иди сюда, где ты таблеточки? Во, вот, дай таблеточку. Текстуру держи. О, спасибо, папа. Серьги всеха. Итак, дорогие детишки, давайте я вас сейчас выдам по одному доллару, вы сами купите себе билетики, чтобы вы были самостоятельны. Давайте. Давай. О, билетики. Билет на волну смерти. Папа, что такое? Покажи. Волна смерти, вот, пойди, нам нужно идти по стрелочкам. Пойдем. А где мой папа, я не понимаю. А ты что? Это мы у тебя должны спросить, Евгений. Я сирота? Нет. Где твои родители? Пошли, папа. Мы потом разберемся, Женечка. Сейчас, в первую очередь на... Нет, ну пошли, побежали. Так, ладно, давайте используем мобилетки и побежали, давайте. Так, тихо, не стрелять. Я с ним поздоровался. Пойдусь в волну смерти. Нет, Женечка, мы вместе пойдем. Не бойся. Я поехал, давайте, готовы? Я пистолет потерял, подожди, папа. Нет, куда я один? Поехали. Давай. Я еду, побежали, поехали. Ууу, экшен! Это смерть! Ууу, какие горки у нас тут! Офигеть, ё-моё! Самая страшная волна в моей жизни. Просто горка, просто... Это горка смерти! Женечка, ты не боишься, Женечка? Я такая, знаешь, такая, я такая, ага, я камон, такая поворачивай, да, я... Ой! Как я тут оказался? Это не аквапарк, а чисто, знаете, такой парк аттракционов. Мне кажется, мы что-то никуда не туда пошли. Папа, поведи нас еще куда-то, папа. Вот давайте, знаете, куда сгоняем? Куда? Папа, вы знаете, кто? Кто? Охотник. Не мой папа. А куда ты нас поведешь? Ну я же охотник. Ну да. Ну и что? Ну эти это папа охотники. Да. Ну все, пойдемте в тир. Пойдем. Ура, в тир. Итак, мы пришли в тир, здесь есть тирщик Спайк. Папа, можно... Смотрите, нужно их вот так вот убить? Надо взять патроны, во-первых. Папа, можно я постреляю, папа? А, давай. Что? И патроны. Женечка, вот смотри, он нам даст какой-то приз, если я их всех убью. А я хочу тоже стрелять. Привет. Давай поздно меня. Получишь приз, давайте, сбивайте все игрушки. Вот, смотри, я постараюсь, Женечка. Ради тебя, Женечка. Ради Хорошо, тебя. Хорошо, давай, Женечка, тащи. Бей. Пу, не попал. Попал! Так. Есть! Давай, еще. Попал! Помогу! Попал, папа! Я всех убил, папа! Молодец, Женечка! А где приз? Женечка, а где приз? А давай... Он не хочет приз отдавать, Женечка! Как с теми, кто не хотят отдавать приз?
Я понял, в принципе. Я, да, девушка с характером-то попалась. Вот такая у меня папа. Твоя будущая невестка. Побежали! О, кит! А папа, он умеет плавать, папа! Тыкни в глаз! А ну! Он сейчас поплывет, Женя! Он сейчас поплывет! Нет! Что-то было! Тут такая дырка большая образовалась, это как-то кит что-то... Женечка! По-моему. Женечка, я тоже остался сиротой. Где мой папа? Ай, да хватит! Пока! Нет! Ты меня предала! Девушка-предатель! Я всех убила! И тебя убью! Дед! Папа, она меня опять предала! Пахни, ну давай, бахни в нее! Ты меня предала, Женя! Да! И папа тоже предатель. И папа прыгнет, чё? Итак, дорогие дети, мы уже взорвали еще и аквапарк. Вообще, все места, где мы были, взрываются. Это вообще какой-то странный парадокс, по-моему, нет? Вообще-то мы гангстеры. Мы гангстеры, папа. Гангстеры, да. Мы гангстеры. На этом мы закончим. Всем большое спасибо за просмотр. И не забывайте ставить лайк, если этот видос вам понравился. Давайте наберем 5000 лайков. Как обычно. И, ребята, не забываем подписываться на наши каналы. Ссылочки на всех будут в описании. И также можете, ребята, писать ваши идеи для новых серий. Кто-то бабочка в комментариях, потому что мы уже реально взорвали все, что можно. Все, что можно, все, что вы писали в комментариях, мы взорвали. Поэтому нам нужны новые свежие идеи. Пишите в комментариях, и мы обязательно снимем ее. Да. Всем удачи, всем пока. Всем пока. Всем пока, ребята.